действительно. Чай Мэтр. Добрый день, друзья. Бывают в жизни случаи, когда удобнее всего использовать мобильный кондиционер. Таскай себе по комнатам, по квартирам, никаких проблем. Кроме одной. Как вставить трубу в окно, чтобы горячий воздух с улицы назад не возвращался? Для этого покупаем по размерам окна оргстекло. Но вот незадача. Оно оказалось слишком хрупким, и при попытке сделать отверстие под трубу лопается. Не расстраиваемся. Отрезаем поврежденную часть, а выпиливать отверстие будем в обычном пластике. Короче, в том, что удалось быстрее найти в закромах. Можете спокойно выпиливать лобзиком или другим удобным инструментом. Нам повезло. И пластик найти, и отверстие выпилить помог местный Кулибин Михайлович. Нам осталось только отрезать пластик по размеру. В отверстие вставляем трубу. А сам пластик в пазы окна. Сверху тоже в пазы засовываем обрезанное оргстекло, которое у нас опирается на трубу и не падает. Обрезку лишнего пластика оставили на потом. Скажем только, что к охлаждаемости большой бильярдной комнаты претензий никаких не было. Красота-то какая! Лепота! Перемещать кондиционер по комнатам можно свободно, так как все окна в доме абсолютно одинаковые. В идеале, конечно, покупать более пластичное, чем у нас, оргстекло. Лепота! Ура! Ура!